такое, Фатима, что случилось? Саша, обставишь на главу, давай здесь лопать. Я сама за сегодняшний день устала, что-то не могу, сил нету никаких. А я сам не дам. Эльме, нету целый день. Yeah. Мы с тобой целый день по куче что-то делаем, делаем, и день пролетел. Боже. Вот она пусто, которую дал Марим. Я уже хочу ночь. Лечь. Я иди, ты моя пусто, острова дал Марим. Где не мама баш никого. О, это было бы супер. Просто вот так лежать и ничего не делать, да? Сам лезвался. Ой, это да. Не зевай, то я сейчас начну. Я сам секундам полида заспи. Кома. Такое. Мони, я готова. Добер. Ой, живот. Да, да. Глава мне была, нисам се наспавала ништа, 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 ото са спават. Как будто тебе дети дадут спать. Э, па то је проблем, што не дају, што неће дати. Только надо это вот, когда они лягут спать. Мама! Дай води! Мама! Дай сока! Zato ti kažem, a sad ima djecu, kod me te ima na pusti ostrov, ovdje nema nigdje rive duše. Sam ptice. Ajkule, krkoda. Vuče oni, da? Krokodili, bijemot. On nas njeno neće, kad nas vidi pobjeći od nas. Čekao sam je dio, da je, hajmo mi dalje. Kako je? Ne, ja ždu kada vrijeme uže, bude 9 časov, djeci usnut. 8-9 и тоже отдыхать. Знаешь, как мне главное? Тоже то сегодня мы с тобой вообще занялись и столько переделали всего. Это какой-то кошмар. Кадя, с утра стало, я вот иногда дремала. 6 сати утра и сто... И сто раз... А вам ты кажешь? Я вот... Ой... Значит, когда в школу, мы не можем встать, да? Как выходной, все, короче, а я сразу же это вот, понимаешь? А что тебе, вот идти, мы найти, знаем, у себя хотел 2-3 дана, и не мы нас, запрыгайте нас. Оставим детей на Эльме? Я. А сами пойдем. Идем от Тузла, Конец, Било, где сам раз мы дали от куче, нема нас. Чекайте, да се вратим. Оставь телефоны, код куче, мы гайм. А я. И там что был бассейн. Чтобы поплавать, расслабиться. Yes. Я могу вот, отдохнуть так вот. Короче. Он так, да. Звал, и тебе имя Нелме за пусата. Не бери пусата, правда. Хай ты куда живем. Это да. Не мой ты никуда жить без меня. Давай. Я тебе хочу сказать, он даже нас не отпустит. Никуда. Э, по утам мы друга нет. Еще и самих. Ты шо? Это даже не обсуждается. Ой, боже, я хочу заспать. Не надо сейчас спать. Что? Подожди чуть-чуть еще вечер и потом. Эй. Как говорится, можно будет спать. Помог я полсата спать. Почему эти раз он до света пить? Я веровала люди, но я нас по сыну светла до... Колико я? Не знаю. Нисмо пуно. Јал да? Но. До една пола два. Да, да, да. Ја се вонарка. Јал ме с нама јест. Ну а шо делать? Так вот получилось у нас немножко. Кофе, чай. Разговаривали. Да. И такое. Можда се неки мајштица. А цветочка моя сигурно, каже он. Я нас седимо, он ме слуша тикток. Ние нас прише не могло слушат. Каже, ја вазе, мрете тему за нјето тон цвеќу више. Јел ću ја
slušali ste sad, a joj, ona opet po svom, znači samo cvijeće, cvijeće, cvijeće. I onda je frajer, naravno, slušali ste stavio, jer više do solo, mu nije nas više mogu slušati. Tako da. Budemo već raz opet o cvjetočkom papirića. Pravilno, puskaj sidjet na ušnjikam, da? Slušali se već. A joj, ona smo nešto od cvijeću, mislim, koje bi cvijeće vole posadit, šta bi vole nas dvije, kako bi to nas dvije uradile, ali nešto, izmjena neka. Mm-hmm. Isto je tako i po kući, da se šta bi vola, koji bi najmještaj, ono, svašta nešto, ali cvijeće, znači, jedno od dva sata smo sigurno samo o cvijeću pričale. On je nas slušao neki pol sata do sat, do 40 minuta, hoće reći. I onda ako mu biše dosadlo i viće. Hoćete temu promijeniti, onda slušao ste, stavi živio, nemoj nas slušati. Jer mi teme ne mislimo mi. Točno. I bukvalno ja i Ana smo do pola dva sjedle, onda ki... Da. U jedan sam kafu pravila i pila. I eto. Znači, u jedan sam išla pravi kafu. Zapravo sada je popla i odšla spavati. Nisam še imala. A večeras ću radi... Sorry. Ako ne odspavam sad, pol sata večeras ću radi. Ako me ja napustim. Ako ne pustim, što da radim? Pušu, pušu. Puštiš, pustiš. E pa ne, ja neću ići onda. Ako me pustiš, ja neću ići. Ako me pustiš, ja neću ići. Ja. Onda ću ostati u mjesto. Hrašo, ostani se. A nedlja jebuga, nećemo ostati sutra rano. Pa smotri. Da onda kamerani dojdu. Kaki budu plane išo, blin, na zavtra. Večeras poradimo, ujutro kad ustanimo sam posteljinu dignu. Da vam moraš ostati oni 15 minuta prije ništa dođu kamermane. I tu te zuhar da ospavaš. A, pošla je mene pamet. Da, da. Stavi baš. Tako je. E, večeras se moramo naći neku temu da je bar dva sata vozamo. Znači, opet će me slušao se stan. Ili menjajte temu. A, ne znam še. Eto, ko žena? Uvijek ima nešto pričat, pa nešto svoje. Muškarci svoje, eto, tako to. Tako je žizn. Prohodit. Ja bi te nalija cijeli dan. Aha, vapše kako je te kašmar. Iskreno, i dosadno je bez njega, i iskreno, i odmor će i on od nas, i mi od njega, jer mu mozak pijemo konstantno. I to na slamčicu, na slamku. Točno što na salomku. Ali on nama džiger to zato jedi. E. Pojel? Ja, ja. Ovo je na mene neku noć iznerviru, bože sad. Juče, kad smo futbala igrali. Paš me na ljudi bio. Oh, še je to futbol. Naigrali ste, da. Eto, ma ono u životu pa... nisam što sam od elementa. Da. A mene zle ruke, malo hrapaveno, ružne, poslije. Mm. I ja namazala ono kremu. Čokan krema je stvarno. Neko da mi kamenje tad kidali. Porezala pa paljčik. Ružno. Mm-hmm. Boli li te sad ne boli? Boli. Pa trebaš, stavi ona i ćeo što ti donijela sve. Krije tot. Ja. Jel namaži se ono krije? Od nje baš dobro, onaj, prođe za 2-3 dana, malo to ne. Super. Te živio to. Ničeo sam s tim strašnjava, nije to, pustaj zaživaje. Jel da ona se može uzeti bez recepta? Možno, bez recepta. A trebaš sutan već ne komponesti jedno. Još, da. U djeci. Klij ili krem tot? И крем, и таких. И клей, да. Обязательно. Потому что лето идет, дети будут гонять по улице, упадут коленки. Я какой-то в шорт. Я накидал с Алой и Павлой. С вас речи, они нечто сгулю у тренерку. И мол, богам лето, сака крен, яко. Буду упадали. Ну это дети, что ты их не посадишь, не будут же они вот так вот сидеть мирно. То энергия има, то скачет от утра до навек. Они только чекают, когда будет тепло, чтобы уже на поле и скакать, бегать. А знаешь, что именно? Ешь мало, ешь пару дана. Я или ты правим два сэндвича, два сока,
Бару сака се пакую. Я ж помню, я сен школу. Один в школу идет. Как начали без них. Она опять как мракнет, что ты тетя не школу. Нет, вот я. А в следующем году? За день. За год, за рік один, да? За одно. Контала санка на год, но не ищу, можа не пусть. Видите, мабуть. Как он может быть, что? Не знаю. Але то с ним где четвертый раз. Третий. Он най. Он će biti tudi još dvije godine će ići asmir. I onda ide dalje. Da, staršoj školu. Mm-hmm. Veću. Da. Ali onda će mu biti lakši. Ne, tako je. Odvedeš ga do busa, na bus, i odmah bus stanemo iz preškole. I tu juni iđe i izađe i sve. I bit će mu puno lakši. Negadin. Valjadin čap. Mislim, neće nijedin čapat, već ga ilme vosiku. Nekad ja uletu, ona je uskočiti, kad on ne bude tu, ima neke obave za nešto rešavati, otići od njega, ali znam što, još niko nam ne javlja, kad se kreće, koliko sati tu. Ja znam datum kad će krenuti, ali koliko sati tu, ne znam ništa još. No, kad vam sapšat napišu ti kako mu tam bude. Ja, a mora doći obavijest na telefon. I to je to. Ali Jasmirova učiteljica stvarno dobro javće mi ona, ma javno sve. No, vot tako mi, karoče, rej provodim naš dij, ljudi. Jest ljudi. Da, vot tak. Znači, dođeš, ispratimo ga ujutru u školu, onda sam, a dotad dok on dođe iz škole, pošto ima mnogo časova, puno, onda kad dođe iz škole, pustimo ga po sata, odahni, i onda zadaća, pa ovako, onako, malo vježba. Ako da. Ima što da nauči, ako nema ništa. I to bi bilo to od nas dvije. Da. A mi idemo da vidimo sepskom tamo time za večeras. Jer valja opet večeras sjeti pričat. I budem čekati Elme, kada on prijedjet. Jer mi ne znamo nigdje ništa. Nije nam se javio.